Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы играем в God of War, третью часть, ребята. И настал момент, когда нам надо идти, подниматься по цепочке и добраться до верха. Ребята, это будет битва, похоже, с Зевсом уже, потому что, ну сколько можно бродить, ходить, пора бы уже и разобраться. Так, я хочу маленько осмотреться здесь, может быть, что-то найду интересное. Но пока ничего не вижу. Пока ничего не вижу. Ладно, делать здесь нефиг. Надо идти забираться. Пандора бегает за мной. Но сейчас я ее оставлю здесь и пойду наверх. Цепляемся и погнали. По цепи баланса пробираемся до самого верха. Зима, холод. А мне пофиг, да? Это мы вот с самого начала здесь играли, помните? Вот орлы эти, птицы какие-то. Вон мы там стояли, где было письмена, вот эти стояли до этого. Ох, как далеко ему ползти. Несколько дней полз. И, наконец, приполз. Выходим. Да, мы здесь были уже. Мы здесь были. Возьмем и откроем сундук. Почему я его не открыл до этого? Наверное, не была такая потребность. Вот они, ребята, три сундука. Почему? Я же тоже вроде их открывал. Или мне кажется... А, вот и стена. Вот и стена, которую мы можем пробить, разбить. Сейчас все сделаем. Но опыта нам уже не уже просто копится, потому что развил я все. Вот, глаз Горгоны, отлично. Жертва принесена, сейчас будет здоровье улучшено. Все, супер. Правда, что-то не по максимуму, но не знаю, где-то, походу, я сундуки эти... благополучно профуфлыжил, просрал, так сказать, в ходе игры. Где-то не открыл. Ладно, ну ничего страшного. Еще опыт. Но зачем он сейчас мне уже, когда, в принципе, он не нужен? Значит, не за этим нужно было идти сюда. Давай искать, где выход, дальше куда идем. Наверное, надо подойти к ящику Пандоры. Это будет наверху, надо наверх сходить. Где-то здесь Зевс прячется, это 100 пудов. Потому что уже все к этому прям, вот все к этому ведет. Итак. Мы раньше не могли дотронуться до этого огня, сейчас, похоже, сможем. Давай, 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 еще сильнее толкай. Не останавливайся, Кратос, все получится. Все скрипит. Давай, 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 силушку свою приложи, богатырскую. А для чего мы это все крутим, да? Чтобы вот это все высвободить. Ящик Пандоры открываем. Там якобы какая-то сила для того, чтобы убить бога, может быть. Все, лабиринт поехал.
Сейчас мы его притянем к себе, и Пандора к нам выйдет. Подожди, но он что-то не проходит. Не проходит он нифигашечки. Неправильно подрасчитали, как вот ему все рушится. Но я все равно вращаю, мне посрать. Давай, 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 цепляем все, быстрее поднимаем этот куб. Пока он доверху доедет, ничего не останется от него. Одна цепочка, скорее всего, придет, и все. Вот так вот. Надо аккуратно, чтобы меня не накрыло, а то что-то все повалилось. Вот, выходи. Вот оно. Я вижу его, Кратос. В глухой тьме огни надежды укажут путь. Пандора! Стой, стой! Нет. Ты знаешь, зачем я здесь? Ты для этого привел меня сюда. Я найду другой способ. Нет, Кратос, другого способа нет. Пусти меня! Нет, дитя! Я уже не дитя! Мне больно! А вот и Зевс. Помоги! Отпусти ее, Зевс! Твоя одержимость этим существом начинает раздражать меня, сын мой. Отпусти девушку, Зевс! Не заблуждайся насчет нее. Это одно из творений Гефеста, а не твоя плоть и кровь. Но говорить тебе об этом уже слишком поздно, спартанец. Твоя забота о Пандоре — жалкая попытка искупить убийство своей семьи, и она повергла Олимп в хаос. Посмотри, что ты наделал. Ты ничего не наделал, чуть-чуть разрушили здесь все. Чуть-чуть. Я вижу лишь то, что пришел уничтожить. Когда-то я жалился над тобой, и это была моя ошибка, Кратос. А ты жалился над этой тварью, и это станет роковой ошибкой для тебя. Она тут совершенно ни при чем. Нет, она всему причина. Отпусти ее! Как пожелаешь. Эй, ты что делаешь? Ну все. Хана тебе. Давай. О, ничего себе, как в файтингах крутых, смотри что. Давай, иди сюда. На, получи. Четенько отлетел, да? Еще хочешь? Подходи тогда. Стоп, 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 стоп. Молнии-то не надо у меня. На! На еще! На, с прыжка тебе! Кто сильнее, что ли? Ну давай попробуем. Силы. Батя, ты что делаешь, а? Зачем сына бьешь? Да ты чё, а? Ну-ка, апперкотом ему. Ничего себе, он сильный, а? Погоди, погоди, а как залечиться хотя бы, а? Никак, походу, да? Блин, он меня прессует. Все. Отойди. На, тогда так тебе. Да иди нафиг, а? Ну как-то несерьезно, а почему так быстро он меня прибил? Что-то ты сильный какой-то, да? Ну-ка, супер ударом давай. На, еще тебе.
Ну, выходи. Еще отлетаешь просто, да? На! На еще! А если так? Ой, о, вот так получше пошло, иди сюда. Стой. А чё, почему? Ну, цепляй его. Да хорош, а? Отпусти меня. Да я же нажал, ну ты чё? Избавлю тебя от твоей боли, сын мой. Бамс. На, еще. А если так? В смысле, я нажал? Ну-ка, давай-ка, иди сюда, подходи. Вот так. Давай-давай-давай, налетай на него. Готов. Готов, вор. Короче, от слова готов. Аптечка, да? Давай чуть-чуть позалечить. На тебе еще. На еще. Цепь там что-то поползла куда-то. На тебе супер ударом, еще тебе, на. Где ты? Да фиг тебе, смотри. Бамс. И еще. И еще, хватаем его. Хватай, хватай, что? Еще, еще, прессуем, давай, давай, давай. Оп, 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 здорово, 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 привет. Все нормально, оп, продолжаем. Ой, а что ты? А что ты сел так глубоко там? Капец, все, полетело все. Статуя разрушилась, вернее, колонна. Давай, осторожно, прыгай. Не-не-не, стой, ты чё? Погоди, мы так не договаривались. Иди сюда. А ты сиди, не вставай, чё ты? Не пускай её в пламя. А, даже так... Слушай ее, Кратос. Хоть раз за свою жалкую жизнь не подведи. Не погуби ее так же, как свою семью. Ах ты дерзкий папа, а. Жизнь мою жалкой назвал, слышь? Все? На этом все? Или еще будет? Пандора? Ну-ка, надо открыть обязательно, посмотреть, что там внутри. Ящик Пандоры. Этот тоже еще жив до сих пор. Сила, чтобы убить Бога. Во, давай, там, какой-нибудь меч возьмем или что-нибудь еще. Доставай. В смысле пусто, вы че? После всех твоих жертв все кончилось очередным позорным поражением. Ах так, да? Че ты исчез-то? Иди сюда. Поговорим по-мужски. Куда ты делся-то? Куда он убежал? Слышь, трус. Ладно, меня главное рассвирепел, так сказать, и свалил куда-то. Вон, пошли, выход где-то открылся. А, вон он стоит. Иди сюда. Какой разгром. Придется потрудиться после того, как убью тебя. Сразимся, отец! Покончим с этим раз и навсегда! Да, сын мой.
Время пришло. А до этого что было? Разминка, что ли? Слышь? Эй, хорош, хорош, ты чё так? Больно же. Отвали. Где мои руки там? Я хотел руками его бить. На, супер удар тебе сейчас сделаю. На. Отметаешь, чувак, отметаешь. Все, на еще. На тебе так. Подожди-ка, почему... Стой, 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 не торопись ты со своими молниями. Я тоже умею что-то, понимаешь, что? Так-то ты меня научил, батя. Эй. А что? А, магия закончилась, плохо. Да подожди, не кипишуй. Давай теперь я, мой выход. На еще. На, на. На, мне не жалко. Что-то жизни-то мало уже. Надо еще разочек где-то тащить ему. И подзалечиться где-то надо, аптечку взять. Ну, продолжай. Не, погоди. Древко что-то куда-то. Пришел конец царствию Олимпа. Где я? Ты жива? Мой мир истекает кровью из-за тебя. Спартанец, я никогда не желала твоей смерти. Но ты не оставил мне выбора. Твоя пешка подвела тебя, Гея. Может, тебе стоило выбрать кого-то другого? Довольно. Сейчас она нас двоих раздавит. Хорош ты, чёрт. Прыгай, бать, прыгай. Потом разберемся с тобой. Нам главное выжить здесь. Куда бежать? Подожди, подожди. Вот это что такое? Смола какая-то или что у нее там? Ну-ка, попаду, нет? Нет. А что надо сделать? А, пройти надо. Все. Проползаем. А где батя-то? Бать, ты где? Мы с тобой не закончили еще. Мне надо жить. А, мы, кстати, здесь ползали уже. Где-то примерно в начале игры. Сейчас вниз надо. Мы тогда сердце, по-моему, не смогли раз... А-а-а, теперь-то мы можем. Теперь мы можем расколоть эти заледенелости, осколки. Ну все, хана тебе, мы до сердца добрались. Тук-тук, последний раз оно тук-тук, походу. Луком, луком, да, надо поджечь, подольше подержать. Поехали! Ой, все, древко сейчас сгорит, походу. Нечего было на батю со мной нападать, понятно? Мы сами там разбирались, все нормально, что пришла? Еще надо? А, может, подбить надо еще разок. Во! А теперь надо свалить, наверное, быстро как-то отсюда, с нее. Куда? Сейчас рванет. Или еще надо побить? Давай еще тогда. Да хорош ты, давай. Я положу конец твоим метаниям. Давай мы с тобой еще здесь будем биться, да? На тебе тогда. А, супер ударов нету, сейчас. Ты погоди, 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 стой. А, слушай, так а я от сердца-то, от ионова подлечился же, получается, да? Ну-ка, давай жизни полностью восстановим. Стоп, стоп, давай что-нибудь возьмем такое крутящееся. Во! Здесь быстрее, чтобы и его бить, и подлечиться заодно. А он тоже лечится, что? Отойди ты, чё? Не надо лечиться. Тебе не разрешено было лечиться, понял? В смысле два? Он разделился, короче, нифига себе. А кого из них бить-то? Наверное, вот этого. Это тот какой-то вообще прозрачный. В смысле три? Вы чё? Вам не надо здесь троих. Иди сюда. Надо самого главного, короче, бить. Фиг с ним, с этим отражением его. Клоном. Чё-то его все больше и больше становится. А что делать? Ну-ка, иди. Ладно, этих тоже надо зацепить, наверное. Вот.
кулачищами сейчас ему втащу. Ну иди сюда, я тебе говорю, ты просто забыл, что ты меня сам научил. Ты в детстве, помнишь? Драться все это учил меня. А сейчас меня пытаешься прибить. Подожди, залечимся. А, ну все, залечился. Давай, иди еще сюда. На тебе супер ударом. Что-то их много, капец, смотри. О, пошли. Доделываем дело, да? Хорош, ты что, все наоборот получилось. Я на тебя должен был, а ты на меня напал, получается. Перехватил инициативу. Сейчас что-нибудь придумаем с тобой. Ну-ка, 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 давай, давай, тащи его туда, к дереву. Давай, пинаем. Не то нажал, что, не пошло. Все, не, все пошло не так, давай еще раз. Да в смысле? Не-не-не-не-не. Сейчас получится, давай, поехали. Есть. Еще разочек. Еще. Уворачиваемся. Все, батон. Тебе не повезло. Кто из нас еще дерзкий, понял? Ну давай, добьем его. Ай, блин, чуть-чуть. Вставай, 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 Кратос. Ну, а то опять назад отходим. Я там не ту клавишу, надо было. Давай. Уворачиваемся. Почти уже получалось же. Все ближе и ближе мы подходим. Давай, давай, давай. Есть. Ну. Бамс. А если так? Готов? Прощай, папа. И прощай, древко. Эпично очень. Ну, надо очнуться и идти в медпункт, потому что, чё, после таких сражений-то надо все быстренько в медпункт идти. Меч надо забрать. Может, нам еще пригодится. Что, встанет еще что-то? Да капец. Ты уже надоел мне, сын мой. Да когда ж ты сдохнешь-то уже, а? Все что-то пораскидал. Все доспехи с меня снял. Ты посмотри, что на него, а? Пусти в свою душу страх, Кратос. Ну-ка, отпусти меня, ты что делаешь? Пытается проникнуть в мозг. Где я оказался, ребята? В потустороннем мире. Вот он в мое подсознание куда-то. Кто там? Пандора? Я тебя спасу. Так. Что за кувшин? Ладно, нам не до этого. Где здесь был крик?
Бежим туда. Куда идти? След кровавый. И у меня на спине кровь, как будто меня тащили куда-то. Так, дальше бежим по следу. Мама, что там происходит? Там толпа и огонь. Шш, не бойся, Клёва. Мама, я боюсь. Они пришли за нами. Твой отец защитит нас. Сжечь деревню! Сжечь ее дотла! Папа! Кратос! Мое дитя. Как? Они остались в Спарте. Арес! Да уж. Скажу вам, куда идти-то? Ну, идем дальше. Все, вот, вот здесь кровавый след заканчивается. Пойдем, покажи дорогу. Это Пандора, наверное. Скорее, я помогу Кратосу. Получается, они пришли в деревню, убили его жену и дочь. Кратос, в глухой тьме огни надежды укажут путь. Опять след. Вон впереди кто-то еще. Кто там? А, опять сюда пришел. Ты видишь свет. Он изменит тебя. Пора распрощаться со страхом. Свет откроет истину. Сила прощения... В самой душе тебя простят, когда ты сможешь сам простить себя. Или что, я пока не пойму, либо получается он сам убил, что ли, их. Видишь, прощение как бы самому себя надо простить. Ладно, идем дальше. Здесь уже какие-то горы появились. Нет, Кратос, стой! Афина, нет! Ну да, да, там вначале же говорили, что он убил. Обратно вернуться надо, не пойму, что-то показали так. Фонариком посвети. Причиной Великой войны. И страха Зевс пожелал убить тебя, своего сына. Страхом Зевс дурманит твой разум. Взгляни в глаза страху,
и срази его. Сейчас надо очнуться и посмотреть Зевсу в глаза, так сказать. Страх свой. Его, то есть, ну он, короче, боится. Он боится очень Кратоса. Надо выйти отсюда, выйти в нормальный мир. Прыгай. Боги Олимпа покинули меня. И теперь... Теперь мне надо в сознание прийти. Ты не забыл этот день, спартанец? Я не позволю тебе погубить ее. Удачи тебе с этой жалкой потаскухой Пандорой. Тебе не изменить судьбу смертной. Ты обязан мне всем. И делай это, спартанец. Так, а что-то застопорилось. Ну-ка, давай в другую сторону. То, зачем пришел? Пощади меня. Умри, спартанец. Сегодня ты одержишь надо мной победу. Но потом... Кратос. Идем. Я покажу тебе дорогу. Пошли. Не дождешься, блин, ты чё? Кратос. Сюда, Кратос. Да иду, иду, плыву уже. Скорее, Кратос. Кратос, прошу, освободи меня. Не слушай ее, Кратос. Хотя за свою жалкую жизнь не подведи. Не погуби ее так же, как свою семью. Все хорошо, Кратос. Ну надо же куда-то доплыть-то уже, а? Хватит плыть. Кратос, ты знаешь, что другого пути нет. Ящик Пандоры. Чем больше рос страх богов, тем больше росла моя надежда. Сила, чтобы убить бога. Опять сейчас пусто там будет. Надежда дает силу. Вот почему мы с тобой здесь. Надежда – последнее оружие, когда все потеряно. Давай, возвращайся в сознание. Отпусти меня, ты чё? Дурачок, что ли, а? Руки убрал. Вот и силушка моя пришла, понял? Кто кого еще, понял? Дал могу как. Ну, давай. Добьем тебя. Живой. Ну все, вот. Теперь пошли так, вручную. Сейчас он испустит дух, походу.
Давай! Стал смертным, что ли он? Ощути, каково это. Там дальше уже не показывают, все. Возмездие, приз получен. Все, походу, закончилось. Пока я не перестал нажимать, оно вот не заканчивалось. Повергли Зевса. Сейчас не знаю, что происходит. Куда-то его сейчас засосет, наверное. Бам! Все рвануло. Еще говорил, убьет меня. Вот нифига не получилось. Вот так вот. Ты выполнил задачу, Кратос. Люди свободны от ярма Олимпа, очищены хаосом. Теперь они готовы услышать то, что я хочу сказать. Оглянись вокруг, Афина. Весь мир лежит в руинах. Некому слушать тебя. Иди, если хочешь. Но сначала отдай мне силу, что хранилось в ящике Пандоры. Ящик был пуст. Этого не может быть. Я вижу это в твоих глазах. Моя сила помогла тебе убить Зевса. Она все еще в тебе. Разве ты не понимаешь? Когда Зевс собрал все бедствия и спрятал их в ящик... Я страшилась того, что будет, если ящик откроют. Поэтому я поместила в этот ящик самое сильное оружие из всех существующих в мире. Говорю тебе, пусто там было. Пуст. Пандора погибла напрасно. Она погибла. Из-за моей жажды мести. Ты ошибаешься. Моя сила помогла тебе убить Зевса. Я сама это видела. Да никакая не сила, что ты гонишь-то уже? Если только... Конечно. Открыв ящик, ты выпустил все самые ужасные бедствия. В лицо богам. Ты изменил их. Сам Зевс стал жертвой этих бедствий. Вот почему он был так озлоблен, так желал твоей смерти. Его поглотил порок, страх. Я думала, что сила, что я поместила в ящик, все еще там. Все эти годы я думала, что ты использовал темные силы ящика, чтобы уничтожить Ареса. Но я ошибалась. Ты взял из ящика мою светлую силу. Откуда у тебя сила, с которой не смог совладать Зевс? Сила, способная одолеть даже страх. Она скрыта в твоем сердце. Надежда. Она жила в сердце, в плену твоей вины и стыда за содеянное. Ты смог убить Зевса, потому что что-то пробудило в тебе эту надежду. Что это было, Кратос? Надежда дает силу. Вот почему мы с тобой здесь. Надежда — последнее оружие, когда все потеряно.
Что это было, Кратос? Я помню лишь то, что я потерял. Поэтому ты должен отдать мне эту силу. Я знаю истинную сущность и знаю, где ей место. Я верю, что ты поступишь правильно, Кратос. Не стоит. Ты обязан мне, Кратос. Я ничего не должен. Я сделала тебя богом. Я спрятала тебя от гнева Олимпа. Я помогла тебе отомстить Зевсу. Все кончено, Афина. Сейчас прибьет Афину. Пойти против меня? Хотя опять? Он ее и так уже. Моя месть свершилась. Не смей. Не смей, да? А как? А чё, почему не нажимается? Свершилась месть. Разочаровал меня, спартанец. Такого исхода никто не ожидал. Вот такой вот финал. Да уж. Ребята, всем спасибо, кто смотрел. Подпишитесь на канал, если не подписаны. Поставьте лайк видео. И увидимся уже теперь в следующей игре. Пока не знаю, какая это будет, но скоро узнаем. Всем спасибо и всем пока.